На следующей неделе состоится визит президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана в Азербайджан. Согласно информации, президент Турции в рамках своего визита в Баку 9-10 декабря встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В настоящее время ведутся работы по подготовке визита Эрдогана в Баку. Ранее сообщалось, что Эрдоган прибудет в Азербайджан для участия в военном параде по случаю исторической победы вооруженных сил Азербайджана в Отечественной войне, который запланирован на 10 декабря. На площади Азадлы, где пройдет парад победы, ведутся подготовительные работы. По неофициальным данным, в параде примут участие представители всех родов войск и подразделений, участвовавших во Второй Карабахской войне.